Очередной рейд привел участников проверки газового оборудования в деревню Калиновка. В 17-ю квартиру в доме номер 90 инспекция стучалась безрезультатно. Дверь так никто и не открыл. Соседка говорит, жильцов там много, однако слишком уж они обособленные. Ни телефона, ни этого, не знаю. У него родни много. Дочери здесь живут, не знаю, не буду. Федюков и мать живет. Мизантропы из 17-й квартиры в Ленинском районе не одиноки. Есть еще несколько квартир, двери которых почему-то не хотят открываться. Ни разу не были там. 13-й мы в том году не попали. 7-я в том году тоже не попали. Нам надо вот в эти попасть. У них договора даже нет в 7-й квартире. И ни разу тоже не попадали. В чем может быть причина такого нежелания общаться с сотрудниками коммунальных служб? Может быть, занятость, а может быть, тот факт, что в составе комиссии есть такие специалисты, как Кирилл Браташов. Он проверяет не газ, а вентиляцию. Если, допустим, произошло вырезание стояка там, при ремонте, когда делают люди ремонт, убирают полностью вентиляционные каналы. Вот. Снимаем все на камеру, если что, вот, чтобы была какая-то доказательная база. И передаем все в... Нет, не в суд, это передается в управляющую компанию сначала. Вырезанный своевольно стояк придется восстановить за свой счет. Если жилец не сделает это по предписанию управляющей компании, то заставит его суд. Хозяину, конечно, не хочется, поэтому некоторые не открывают. Однако отсидеться все равно не получится. Управляющая компания проводит все необходимые действия по розыску собственников, если это собственная квартира. Если муниципальная, ищет контакты по учетному паспортному столу, контактные телефоны, пытаются найти родственников, при помощи которых можно выйти на связь с этим человеком. Больше неоткрытых дверей в деревне Калиновка сегодня не было, утечек газа в квартирах не выявлено, вентиляция тоже в норме. Михаил Решетов, Егор Хлябич, Ольга Садовская, «Видное ТВ».